Всем привет, дорогие друзья! Приглашаем вас на стадион Академии Краснодара. Сегодня здесь в рамках 32-го тура первенства МЛП. Первой лиги Краснодар 2 принимает Велес. Краснодар 2 уже не мотивированная команда. Краснодар 2 уже официально покинул первый дивизион. А вот что касается Велеса, то москвичи сегодня постараются набрать 3 очка. Итак, поехали, дорогие друзья. Краснодар 2, Велес. Игра стартовала. Опасная ситуация. Между тем удар. И вот здесь Косаревский не смог потащить. 1-0. Краснодар 2 выходит вперед. Кирилл Богданец оформляет первый гол в этом матче. Давайте смотреть. Вот опрос вперед. Здесь опять неразбериха в обороне Велеса. Опять страшная неразбериха. Хеток Бадоев выкатил мяч 17-му номеру. И Богданец не оставил шансов Косаревскому. Это, конечно, гол имени Бадоева. Да вот здесь у Краснодара все закономерно. 2-0! Краснодар 2 увеличивает преимущество в этой встрече. И гол действительно засчитывается. Гол засчитывается. Давайте смотреть, с чего все начиналось. Здесь хорошая передача вперед от Максима Кутового. И Владислав Сабко выходит к воротам, бьет мимо Петра Косаревского и попадает Герчиков. Навешивает Герчиков. Опасно, удар по воротам. 2-1. Вот это гол! Вот это гол! Леонид Герчиков, похоже, сам забивает, хотя нам показывают. Давайте смотреть. Герчиков подает. Там даже Киртанова близко не было. Герчиков на вес. Несет мяч вперед Карпов и отдает идеальную, изумительную по точности передачу. Богданец! 3-1! 3-1! Кирилл! Богданец! Давайте смотреть. Это Данил Карпов, такой умница. Футбольный. Богданец обыгрывает Косаревского. Далее бьет еще мимо защитника. А защитником внезапно оказался, похоже, Герчиков. Да. Двигается аутсайдер. Это опасно, так и между телом. Выход 1-1. Удар по воротам будет. Да, 4-1. 4-1. Краснодар 2 громит Велес. И забивает у нас Амар Попов. Но часто, конечно, забивает. Забивает свой первый гол в первой лиге. Гетман сделал прекрасную передачу вперед. Попов обыгрывает Косаревского и посылает мяч в незащищенный угол ворот Велеса. Вот, кстати, 4-2. А, да. Отдел Велеса организационных голов переходит. 4-2. У нас очень результативный матч получается. Не спасает Косаревский. У нас 5-2. Что происходит у нас на стадионе Академии Краснодара? У нас теперь забивает Данил Поля. Еще одна результативная замена от Алексея Герасименко. Аккуратный пас в левый полуфланг. Полях с удовольствием встречается с мячом. И бьет мимо Петра Косаревского. Мяч погладил Косаревского. Но если бы не один из спасений Петра, могло бы залететь и 8, и 9 голов. В общем, это беда, это печаль. И это повод задуматься руководству Велеса, чего они хотят от футбола в целом. Если дальше экономить, то будет вот так. Мне больше нечего сказать. Виталий Шевский меня зовут. Спасибо, что смотрели трансляцию. Краснодар 2 с победой. И очень яркая победа Краснодара 2. Самый лучший матч хозяйская команда провела в этом сезоне.